Растущие вблизи проводов, воздушных линий, электропередач, деревья и кустарники могут стать одной из причин обрыва ЛЭП, особенно во время стихийных природных явлений, например, сильного ветра. Поэтому тверские энергетики решили использовать хорошую летнюю погоду, чтобы подрезать деревья, ветви которых могут повредить провода. Такую работу провели и в Твери на улице Добролюбова. Энергетики спилили деревья, которые были высотой более 4 метров, и задевали высоковольтную линию электропередач. Если такое дерево упадет на провода, то без электричества могут остаться десятки потребителей. Сейчас порубочные остатки находятся около домов в частном секторе. В ближайшие дни энергетики планируют убрать ветки наиболее экологичным способом – с помощью мульчера.